Нижневартовская климатическая компания готова к импортозамещению. Одно из старейших предприятий города «Озон» занимается проектированием, монтажом и обслуживанием систем вентиляции, кондиционирования, отопления и канализации. Сейчас там делают воздуховоды. В планах переход на полный цикл производства вентиляционных систем и выход на российский рынок. Регина Гауфе продолжит. История климатической компании «Озон» началась в 2002 году, всего с двух человек, которые занимались монтажом кондиционеров и сплит-систем. Позже они стали обучать новых сотрудников и расширять не только штат, но и список услуг. Начали поступать заказы на проектирование систем вентиляции. И тогда же «Озон» с покупных воздуховодов перешел на собственное производство. Это было достаточно кустарного производства. Такие первые станки. Потом было построено собственный цех, вернее, собственное здание с производственным цехом. И мы уже пошли по, скажем так, новому эшелону развития. И тогда уже мы начали повышать качество продукта, начали усовершенствовать технологию, пошли по пути автоматизации процесса. Как итог, сейчас компания делает инженерные сети под ключ, начиная с проектирования и создания 3D-модели, заканчивая полной установкой. Причем не только вентиляционные, но и системы отопления, водопроводные и канализационные, и даже системы пожаротушения, без которых не обходятся ни современные высотки, ни торговые центры или школы. Пока что мы работаем на ХМАО, и в основном, конечно, это Нижневартовский район и город Нижневартовск. 80% рынка покрывается нашей продукцией, нашими услугами. Для понимания, за четвертый квартал мы произвели воздуховодов 20 тонн. Чтобы было понятно, это приблизительно, если размотать рулон металла, то от нашего офиса до Излучинска. И на этом «Озон» не собирается останавливаться. Компания готова к импортозамещению и собственному производству вентиляционного оборудования, что позволит рассматривать перспективу закрытия полного цикла производства. Для этого нужны финансовые вливания и новое программное обеспечение. Мы отрабатывали первоначально с итальянцами. Итальянцы сейчас не отвечают на контакты. Так случилось. Значит, мы планируем поехать в Китай, взять программное обеспечение оттуда, или это будет Турция. Ведем уже переговоры со Сбербанком Лизинг, каким образом они могут нам помочь. Ну и администрация говорила, что что-то пытается тоже нам посодействовать. Возможно, округ, очень надеемся на окружную поддержку. Среди ближайших планов – посетить региональную тематическую выставку, которая скоро пройдет в Москве. Там специалисты компании еще раз изучат оборудование и подготовят подробный бизнес-план реализации проекта, который позволит выйти фирме на российский рынок. Регина Гауф и Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.